Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Я смотрю, не все добрались до нашего собрания. Вероятно, потому что на машинах поехали. А всех предупреждали строго-настрого. Не надо ездить на машинах. Езжайте на общественном транспорте. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Ну, сейчас ведь замечательные такие дни стоят. Обычно, ну как там, приходишь, привет, уходишь, счастливо, сейчас с наступающим, и хоть ты приходишь, хоть уходишь. Я до сих пор к этому привыкнуть не могу. Время-то осталось уже, поздравлять друг друга не так много, но все равно это очень приятно. Вчера мы с соседями встретились в магазине, они нас поздравили, мы их поздравили. Есть повод для разговора. Всегда. Кофе выпил. Быстро разговаривать. Дорогие друзья, сегодня наш концерт называется «Диалог у новогодней елки». Мы его проводим уже вот этот традиционный 28 декабря. Мы с друзьями каждый год ходим в баню. Вот, с Евгением Николаевичем. Он рассказывает байки, мы поем, зрители поют. И вот это мероприятие наше, ему уже в этом году исполняется 10 лет ровно. Вот. Так что у нас юбилей этой программы. Вот, мы счастливы вас приветствовать. Очень приятно, что сегодня полный зал. Жаль, что не все добрались. Но люди будут потихоньку заходить, добираться. Вы на них не ругайтесь. Ну, опоздали, опоздали. Что ж, наоборот, поделаешь. Порадуемся нашим новым гостям. Да. Будем приглашать их, провожать взглядом. Ну и начнем мы, конечно, нашу программу с традиционного новогоднего гимна, который написал наш традиционный гимнописец. Музыка Никитина и Берковского. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старание. Не лениться, не зевать, иметь терпение и учение не считать за свое мучение. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Сегодня у нас такие будут домашние посиделки. Видите, я даже сижу, а не по своему обыкновению пляшу, да. Вот, будем сидеть и с вами вместе петь тихие и не очень новогодние песни. Александр Городницкий. Музыка Сергея Никитина. В Уэльсе теплые дожди по крышам шелестят. Подруга, ты меня не жди, я не приду назад. Стакан зажат в моей руке и взломан песни рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Стакан зажат в моей руке и взломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Мой нос багров
я пить здоров, и ты меня не тронь. Под бубнарев по связке дров пошел плясать огонь. Мы собрались здесь налегке, без горя и забот. Мы в придорожном кампочке встречаем Новый год. Мы собрались здесь налегке, без горя и забот. Мы в придорожном кампочке встречаем Новый год. Кругом туманные поля, шумят вокруг друзья. Моя ячменная земля, с тобою счастлив я. Стакан зажат в моей руке, и сломан песней рот. Мы в придорожном кампочке встречаем Новый год. Стакан зажат в моей руке, и сломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Снег. А вот теперь Городницкий, да? Тихо по веткам шуршит снегопад, сучи трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо забытого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, 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 снег. Снег над палаткой кружится, вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 что тебе, милая, снится по берегам замерзающих рек? Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кос твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег. Снег за окошком кружится, он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, 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 что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути? Через туман и мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется наших стоянок огни. Вплавь и пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится, вьюг заносит следы наших саней. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Любимое кино. Одна из самых новогодних песен, на мой взгляд. Я бы сказала самое. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день сквозном
проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. Опять зачертит тыни, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нештатно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то в прямистях материи, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек один зимний день. Сквозном в проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Напоминаю, что, как всегда, второе отделение мы с удовольствием составляем из ваших заявок. Уже не только на наших концертах, которые вообще хоровому пению посвящены, которые называются «Споемте, друзья», но и до наших собственных мы с удовольствием выполняем заявки во втором отделении. Так что вы сейчас можете их сформировать, осмыслить и нам в вежливой форме сообщить. В доступной. Да, и мы с удовольствием попробуем их исполнить, если, конечно, будем знать эти песни. Знать и помнить. И любить. Три обстоятельства. Очень непросто все, чтобы все совпало. А сейчас по просьбе мальчика Жени из города Кургана прозвучит песня Анатолия Киреева, да. Его друга. Я очень долгие годы работал с Анатолием Николаевичем. И вот что его отличает всегда от других людей, с которыми мне тоже довелось работать. У него всегда четко написанная программа. Шаг влево, шаг вправо, да невозможно. Вот. И вдруг, я уж не помню где, но как-то зал такой попался, очень хорошо принимали. Так прям, и вот он как-то расслабился и решил немножко куда-то свернуть. Для меня тоже это было ново, а он такой любитель подвижных песен. И вот говорит, а давай вот эту сейчас поем. И начинает. Я не узнал ее сразу. Он говорит, а тогда вот эту. Но эту песню я узнавал всегда. С первых тактов. Просто очень много аккордов у Анатолия Николаевича всегда. На, 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 падам, пам, 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 падам, на, падам. Пониже. Там, падам, падам, пам, 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 падам. Сейчас выучим момент. Заодно. Все же времени да. Не было. Именно так. Да. Три, четыре. Да. Могли бы помочь. Да. Манная каша,
Белый снег ватными хлопьями с неба валит, где-то волшебный горшочек варит, а добрый хозяин уснул навек. Кажется, вымерло все вокруг, девочка к мальчику опоздала, и ощущение пустого зала сердцем ее завладело вдруг. Прячется в варежку кулачок, сверлит дырочку каблучок, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не догон, не догонишь нас. Прячется в варежку кулачок, сверлит дырочку каблучок, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не догон, не догонишь нас. Манная каша, белый снег ватными хлопьями с неба валит, где-то волшебный горшочек варит, а добрый хозяин уснул навек. Он заклинание забыл давно, может быть, заболел случайно, мраком покрыта эта тайна, нам разгадать ее не дано. Прячутся варежки кулачки, сверлят дырочки каблучки, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не догон, не догонишь нас. Прячутся варежки кулачки, сверлят дырочки каблучки, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не догон, не догонишь нас. Проходите, пожалуйста, мы вас ждем давно. Присоединяйтесь. Не торопитесь, не торопитесь, все успеем. Как всегда говорил мой знакомый администратор, когда я работал в филармонии, говорит: вы не переживайте, что концерт начался с опозданием, закончится он вовремя. А если, говорит, попросите, я вас и пораньше отпущу. Романс. Теплый романс под лаской плюшевого пледа. Девушки, поем. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было, чья победа, кто побежден, кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова, была ли любовь. Кто был охотник, кто добыча, все дьявольски наоборот. Что понял длительно бурлыча, сибирский кот, сибирский кот. В том поединке своей воли, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли, мое ли, чье сердце ваше ли, мое ли, летя вскачь. Работал в программе «Мастера искусств, мастерам труда» называлась. Это в советское время. Да кто не работал-то?
Все работали. Ну ладно. Вот. И я там аккомпанировал певице. Вот вы насмешили меня. Кто не работал? Все работали в Советском Союзе. Не было безработных у нас. Статья была за тунеядство. Я хорошо помню. Я как музыкант на своей шкуре, собственной шкуре ощутил что-то такое. Так вот. Тунеядство-то? Тунеядство, да. Я все время попадал под эту статью с моей профессией. И папа мне, покойничек, царство ему небесное, говорил, что дрянь-брянь гусельки, делом иди займись. Вот. Ну, как-то я так до сих пор тень гусеньки. Вот, значит, я аккомпанировал певице, и мы там пели пару романсов в этой программе. Вот, и какой-то это был конец 80-х, и попала туда какая-то американская группа. Они играли рок, такие все лохматые, в заклепках такие, прямо даже высоченные тоже. Уж я не маленький, но они еще, по-моему, а может быть, просто лохматые, поэтому так пугали в то время. Вот, и всякий раз их выступление совпадало, вот, то есть мы были почти перед ними, они выходили к сцене и вот так вот слушали, смотрели чего-то там, а мы там «Отвори калитку», «Затвори калитку», громкие такие. А я в то время молодой был, и западопоклонник такой, думаю, ой, как стыдно-то как. Вот. А потом как-то мы разговаривали с ними, и они говорят, а что вот вы поете, что это такая за музыка? Для них абсолютно непонятно. А я говорю, ну вот это вот русский романс, городской романс, как правило, там страдания какие-то про любовь. А он говорит, нет, романс не знаю, это Russian jazz. Потому что для них вот эта вот музыка, которая лишена железного ритма, которая непредсказуема с точки зрения там, громкости, там, вот этой вот изменчивости. А ведь для нас это настолько все естественно. Здесь громко, здесь тихо, здесь медленно, здесь быстро. И это, в общем, не надо объяснять никому. Вот поэтому русский романс, он действительно уникален. Это Russian jazz. Да, а главное, что мы все его можем петь хором. И давай я даже отложу то, что собиралась. А сейчас мы с вами еще один романс из жестокого романса споем хором. Да? То есть для нас хором спеть романс да. не вопрос. Ничего не стоит. И вот мы сейчас без ритма, без Да, без вообще без, без темпа, да, без всякой какой-то организации внешней. Да. Но я надеюсь, что у нас все получится. А увидите, какой слаженный будет хор, девчонки. Ну, да, да. Присоединяемся. А напоследок я скажу. Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело, как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело работу малую висок еще вершит, но пали руки. И стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени. Вот что и требовалось доказать. А сейчас, знаете, что-то такое из раннего-раннего Щербакова, что-то всплыло из глубин памяти. Вот так
пропел небесный шансонье. Вот так решили каверзные боги. Три брата было нас в одной семье, и каждый шел по собственной дороге. Один мой брат решил стать моряком и бороздить земные параллели. Другой увлекся карточным столом, а я в любви признался королеве. И дрогнул мрамор, горн запел вдали. Согласие глаз решило час свидания, и в тот же день монарху донесли, что я соперник, стоящий внимания. Один мой брат уплыл на остров Крит, другой приник к азартному притону, а я пока печально знаменит, как паж, имевший виды на корону. Летели годы, вихрями дрожа, и день за днем послушен и покорен. Я был доволен должностью пажа и вход имел в заветные покои. Один мой брат открыл архипелаг, имя дал свое местам открытым. Другой блистал, рискуя так и сяк, а я прослыл придворным фаворитом. Ни горд, ни знатен, даже не богат, я с королевой счастье знал иное. И был король бессовестно рогат, и нож точил расправиться со мною. Один мой брат на дальних островах нашел покой, уставший куролесить. Другой, рискнув, продулся в пух и прах, ну а меня король велел повесить. И все же братьев я не посрамил, но воплотил их сил соединение. Я как моряк стихию бороздил, и как игрок молился о везении. Я тоже мог прославиться в другом, я тоже мог, иному гнев напеву, стать мореходом или игроком. Но я, увы, влюбился в королеву. А в море плавают медузы, кораблик борется с волнами. На край земли везет он грузы, чтоб на краю земли забот не знали. Луной по океану серебряные прутья, не спится капитану, а мы люди сухопутья. Уйти труднее, чем остаться, сломаться легче, чем согнуться. Забыть труднее, чем расстаться, а сгинуть проще, чем вернуться. О, как она заплачет, к тебе прижавшись грудью, и дай вам Бог удачи, а мы люди сухопутья. Но здесь молиться должен кто-то, чтоб выжил ты и
зря не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Течение дней, шелестенье лет, туман, ветер и дождь, а в доме событий страшнее нет, и стенки вынули гвоздь. Туманный ветер и шум дождя, течение дней, шелестенье лет, мне было довольно, что остался маленький след. Когда же след от гвоздя исчез под кистью старого маляра, мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Сейчас, одну секундочку, я сейчас чуть-чуть подстроюсь. А вы думаете, думаете, что вы хотите во втором отделении услышать? Булат Акуджава, Исаак Шварц. Не сольются никогда зимы тонкие и лето. У них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Да натруживает ноги, это душу бередит. Это женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Да прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти вернее ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменны на земле две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Это женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Да прекрасно, но напрасно, это, видимо,
едем мы всерьез. Да прекрасно, но напрасно. Это, видимо, всерьез. Один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: дорогая, нам лучше выйти порознь. Она ему ответила: мой друг, я люблю, когда утром играет тихо музыка. А он ей сказал: иначе нас могут увидеть соседи. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но как сказал один поэт: уж полночь близится, а Германа все нет. Целый день я нарисовала вот отталкивающей краской лозунг: спорт — это здоровье. Хотя она сама из спортивных занятий увлекалась лишь закручиванием бигудей. А он целый день доставал запчасти, даже водил кого-то в кафе «Фиалка», а к вечеру добыл два рыбных заказа, которые сменял на два билета на Таганку. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но как сказал другой поэт: уж 40 близится, а счастья все нет. Они созвонились поздно вечером после программы «Время», когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: милый мой, у меня есть замечательное предложение. А давай мы с тобой поженимся. А он ей сказал: созвонимся. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но как сказал один брюнет: уж рельсы кончились, а станции все нет. Быстров или Петухов? Петухов. Петухов, окей. Сижу я как-то, братцы, с африканцем, а он, представьте, мне и говорит: в российских селах холодно купаться, и потому здесь неприглядный вид. Говорю: мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балету. Мы впереди планеты и всей, мы впереди планеты и всей. Потом мы с ним ударили по 300, и он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста,
потому здесь неприглядный вид. А я говорю, мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области по лету. Мы впереди планеты и всей, мы впереди планеты и всей. Потом залили это все шампанским, и он мне говорит, ты кто таков? Вот я, говорит, наследник африканский, а я, говорю, технолог петухов вам. Это я вам делаю ракеты, перекрываю Енисей, а также в области балету. Я впереди планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит он, лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век сильнее всех ракет. Но все ж мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области по лету. Мы впереди планеты всей, мы впереди планеты всей. Быстров хочешь? Быстров хочу. Ты хочешь Быстров? Мне нравится. Ему нравится. Вы терпите. Быстров. Один ответ. Неправда. Да, неправда. Неправда, что Быстров был крепок и суров. Скорее хрупок был он и затылком нездоров. Он мнил себя изгоем, но пойти на криминал не смел, пока лекарств не принимал. Вранье, что сей изгой, истерзанный тоской, решил-таки ограбить супермаркет на Тверской. Решить-то он решил, но не ограбил же, учтем. Эксперты разберутся, что почем. Неправда, что была пальба и все дела, пальба была потом и лишь Быстрова извела. Мечтателем он был и домечтался до беды, а может, начитался ерунды. Другой бы не моргал, а этот маргинал 3 дня топтался в центре, супермаркет выбирал, а выбравший провел дрожащей тланью по губе и гибель стал готовить сам себе. Чтоб вышло без улик, в подвалы он проник, охрану сосчитал, сигнализацию постиг. Он даже куш прикинул, тоже фокусник, смешно, и понял, что не выйдет, не дано. Для виду наш факир, в корзину взяв кефир, к воротам развернулся, но узнал его кассир. За партой с ним сидел, когда-то в классе он 6-м, пришлось потолковать о прожитом. Не гангстера беда, судите, господа, ему б кассира в долю, кассу в сумку и айда. А он челом намокшим покивал до встречи, мол, и медленно в Чертаново убрел. Вранье, что скрылся он с деньгами за кордон, он еле заказал себе билет на Лиссабон. И 1 апреля вышел из дому с утра, а найден был 4-го вчера. Что были мы друзья, опять пример вранья, иные даже врут, что он и был, как будто я. Нерадостно, конечно, да людей не сокрушить, мечтать предпочитают, а не жить. Его нашли в реке с отверстием в виске и русско-португальским разговорником в руке. Безумная улыбка на безжизненных устах внушала сожаление, но не страх. О, сколько ложных мук, о, сколько сразу вдруг. Неправда, все неправда, все неправда, все вокруг. Тоской истерзан я, лекарство за щеку кладу и медленно в Чертаново приду.
песни. Возвращаемся назад. Эки снег какой глубокий, лошадь дышит горячо, светит месяц одинокий через левое плечо. Пруд окутан крепкой бронью и отходят от воды. Вправо крестики вороньи, влево заячьи следы. Вправо крестики вороньи, влево заячьи следы. Гнется кустик на опушке, блещут звезды, мерзнет лес. Тут снимал перчатки пушки и усы крутил Дантес. Раздаются на полянке волчьих свадеб дальний вой. Мы летим в ковровых санках по дорожке столбовой. Мы летим в ковровых санках по дорожке столбовой. Ускакали синевой, и одни, чего ж еще, светит месяц одинокий через левое плечо. Неужели на гулянку с колокольцем под дугой понесется в тех же санках завтра кто-нибудь другой? Понесется в тех же санках завтра кто-нибудь другой. И усы ладонью тронет, и увидит у воды те же крестики вороньи, те же заячьи следы. На березах грачьи гнезда, да сорочьи терема, те же волки, те же звезды, даже русская зима. Те же волки, те же звезды, даже русская зима. На погост он мельком глянет, где ограды да кресты. Мельком глянет, нас помянет, жили-были я и ты. И прижмется к синевой и задышит горячо. Глянет месяц одинокий через левое плечо. Глянет месяц одинокий через левое плечо. Давайте возьмем укулелечку и Юлия Черсановича Кима поздравим с недавно прошедшим днем рождения. Если кто-то видит нас впервые, что не исключено. А есть таковые? Тогда на всякий случай расскажу вам. Это укулеле. Гавайская гитара. А это Евгений Николаевич Быков. Старейший в России укулелист. Вот. И вот, так сказать... Вот Лида называла меня блестящий укулелист. Ну, ты тогда заметно, блестящий, хотя по этому поводу никогда и не переживал. Как-то все естественным образом получилось. И вот однажды как-то укрепило меня в том, что нет никакого повода для переживания. Одна гримерша, в кресло которой я попал, где-то на телевидении. Мы пришли на съемку. И, значит, она же была такая женщина непосредственная. Говорит мне: о, у вас много лица. А много лица и мало волос, это ж две большие разницы. Ну, правда, говорит, а пудры на вас много пойдет. Я говорю, ну так будешь на шампуне сэкономить. И то верно. Вот как-то так и разошлись. В общем, одни плюсы. Я вообще не это хотела сказать. Это вы сами решили. Я-то хотела сказать про то, что вы старейший укулелист. И все. Нет, ну что, когда впервые Евгению Николаевичу в руки попало вот этот инструмент, конечно, сыграл вот это вот. Вот.
А дело было в Израиле. Нам сказали, вот вам русским, что в руки не дай, у вас все балалайка получается. Или калашников. Тут уж в зависимости от обстоятельств. Как пойдет, да. И вот, значит, конечно, как балалайку мы укулеле используем довольно часто. И в данный момент тоже сейчас мы с вами споем самую знаменитую песню Ильи Чирсановича Кима, которая даже была когда-то обозвана русской народной. Прямо по телевидению кто-то из знаменитых артистов сказал: а сейчас я спою русскую народную песню «Губы окаянные». После чего Юлий Чирсанович Ким, поднимая трубку телефона, долгое время говорил: русский народ слушает. Бестолковая любовь, головка забубенная. Бестолковая любовь, головка забубенная. Все вы губы помните, все вы думы знаете. Вы, да чего же вы, да мое сердце этим огорчаете? Да чего ж вы, да мое сердце этим огорчаете? Позову я голубя, позову я сизого, и пошлю дроечке письмо, да мы начнем все с изнова. Пошлю дроечке письмо, да мы начнем все с изнова. Губы окаянные, думы потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка забубенная. Гитара, включите мне. Покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, а где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала. Первое отделение мы закончим песней из любимого кинофильма. Да, гитарочку возьмите теперь, Евгений Николаевич.
пожеланий, если нет на второе отделение, то мы домой пойдем. Ладно? Надо это писать. Вежливо. В вежливой форме. В трех экземплярах. И в регистратуру там вот печать еще. Нет, вы можете и вслух, но просто это бесполезно, потому что мы забудем. Вот, поэтому лучше нам это в письменной форме. Если есть пожелания, то мы их обязательно выполним. Сейчас мы заканчиваем первое отделение песни из всеми горячо любимого кинофильма «По семейным обстоятельствам». А годы уходят, но снова и снова нам вспомнится каждая встреча с людьми. От первого шага до самого первого слова, от первого слова до первой любви. От первого шага до самого первого слова, от первого слова до первой любви. Опять по тропинкам следы заметая, шуметь листопадом и таять снегом, разливаясь весной. Я выйду из дома, и кто-то со мною окажется рядом. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной. Меня провожают лесные опушки, меня приглашают огни площадей. Летят самолеты, считают нам годы кукушки, и все это вместе планета людей. Летят самолеты, считают нам годы кукушки, и все это вместе планета людей. Опять по тропинкам следы заметая, шуметь листопадом и таять снегом, разливаясь весной. Я выйду из дома, и кто-то со мною окажется рядом. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной. Спасибо, «Антракт». «Антракт». А вот слева от меня, как говорил один из моих знакомых администратор, тоже, если хотите вы внести частичку тепла сегодняшнего от концерта, то диски продаются прямо вот здесь, вот возле сцены. Евгений Николаевич вам недорого продаст хорошие диски. Отличный подарок, между прочим.